там летчик и работает немножечко удаленно, не у нас в стране, но я его давно знаю как любителя бани. И вот сколько тебя здесь не было? 9 месяцев его здесь не было. И вот он появился, и у нас было, у нас сегодня не явился один из участников, и Рома высказал желание выступать. То есть прямо с самолета, с борта самолета, из-за штурвала самолета в баню. Слово Роман Юрчик, участник номер 7, второй чемпионат по парению Республика Беларусь. Всех очень благодарю за честь, предоставленную мне. Все прекрасно знают, что баня – это состояние души, состояние тела, которое вдохновляет, которое позволяет снять все напряжения, которые накопились за неделю, и еще любители бани это прекрасно знают и пользуются этим средством, как инструментом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Я сегодня покажу то, что я обычно делаю в бане. Ничего особенного, судьи оценят мои состояния, надеюсь, это передастся и вам, всем. Ну что, начнем? Расскажу сразу. Использую я в бане много веников. Значит, это и березовые веники, это и канадский дуб, это и пихта, и ель, и даже травы мы вот используем. У меня не было возможности, конечно, подготовиться, но из того, что есть, мы тут что-то там, да, нам очень помогли с этим делом. Поэтому отдельная благодарность всем, кто содействовал в этом. Значит, будем по классическому парению. Спинка же спинка, ну, в смысле, ворочается. Ну что, пошли минуты. Благодарю. Спасибо, Роман. Пока он с моделью укладывается, хочу рассказать, что в моделях у него Юрий, один из ведущих сегодняшней выставки от компании Export Stroy Systems. Все ходил, смотрел, все мечтал попасть под веники, потому что не ожидал, что вот вообще в центре города можно устроить такую баню. И вот на третий день на чемпионат попал в модели. Итак, второй чемпионат Республики Беларусь по парению. Участник номер 7, Юрчик Роман, показывает свою версию парения, свое видение бани. Thank you.
вечера будет представлять все равно, с ними с родителями. Ну, что познакомить человека с тобой. Это Поляхово, Ляховский, где же... Это русская, да? Да, это Россия. Запотевает, да. Прошло 5 минут выступления участника номер 7 Юрчика Романа на втором белорусском чемпионате по парению. Напомню критерии, по которым судьи оценивают выступление. Первый критерий – внешний вид участника. Второй критерий – представление, программа, выступление, презентация. Третий критерий – подготовка парной к работе. Четвертый – комфорт и безопасность модели. Пятый критерий – прогрев, правильность, умеренность, своевременность. Шестой критерий – управление паром, уместность и достаточность. Седьмой критерий – навыки владения веником и применяемые аксессуарами. Восьмой критерий – массажные техники в работе. Девятый – контрастные процедуры, своевременность и качество выполнения. Критерий номер 10 – безопасность и эргономика работы парильщика. Одиннадцатый критерий – эмоциональность, настрой на клиента и контакт с моделью. И 12-й критерий – выполнение заявленной программы и авторское мастерство участника. 12 критериев. Ну-ка там. Чемпионат по парению у нас народный, поэтому критерии немножечко такие смягченные, умягченные. На профессиональных соревнованиях обычно от 18 до 24 критериев оценивается выступающий. Но так как у нас уровень народный любительский, и критериев у нас немножечко поменьше. Но будем надеяться, что когда-то мы проведем и серьезный чемпионат среди мастеров банного дела. Thank you.
есть пар Морозова, а есть пар Юрчика. Это вот Юрчик, фамилия у него. А меня зовут Юрчик. Так что заходи к Юрчикам. Не знаю, друзья, как вам со стороны наблюдать за различными участниками. Те, кто вот, гости нашего чемпионата. Вот на профессиональный взгляд мой и судьи, я думаю, очень хорошо видно почерк каждого выступающего, видно его авторские какие-то движения, авторские придумки, видно свое видение бани каждого автора. И именно это мы хотим показать у нас на чемпионате, что баня – это не просто какая-то догма, а это творчество, это здоровье, это праздник каждый раз, каждый поход в баню. Прошло 10 минут выступления Романа Юрчика, участника номер 7 на Белорусском народном чемпионате по парению. Я показываю 5, потому что 10 минут. Время чувствуешь? Не, оно уплывает само. Вне времени. Хочется. Ну да, по ощущениям в основном. Сейчас массаж будет. Ну, наши трое, значит, один из них тоже может.
Илья. Тут Виталий Святичный, Рома. Тоже холодно. Тоже прохладно. Парень. Что больше выйдет? Тоже можжевельник. Да. Не, его надо так чуть-чуть распаренный. Его можно и так. Это мое. Осталась одна минута. Выступает участник номер 7, белорусский чемпионат по парению. Второй белорусский чемпионат по парению. Участник номер 7, Юрчик Роман. Закончилось время выступления Романа Юрчика. Всех за участие. Чувствовал вашу поддержку, энергию. Парной очень помогает. Несколько слов о процедуре. Мне очень нравится, когда заходишь в парную, ну, со своей температурой тела, ложишься там, постепенно поднимаешь эту температуру до состояния парной, который максимальный эффект баня оказывает. И на выходе получаешь ту же самую температуру, с которой входил. Это очень интересный момент в ощущениях и в воздействии на организм. Вот. Мне показалось, парень удалось, на славу. Хотел бы узнать, это мое мнение, хотел бы узнать, сейчас ощущение гостя именно. Это лучшее слово, которое можно здесь подобрать. Не обращайте внимания, мы сейчас оба будем притормаживать. Давайте поаплодируем нам просто. И... Рома, спасибо огромное. Геннадий Мороз, спасибо огромное, что
Есть такая возможность, второй белорусский чемпионат по рению именно здесь. Мы надеемся, что будет и третий. Очень здорово, участников стало гораздо больше, и больше стало людей, которые действительно прислушиваются к профессионалам. И вот я только что, вот 2 дня я наблюдал за всем происходящим, я прочувствовал на себе, что это круто, что есть определенная технология. Поэтому от имени организатора выставки компании Expo Systems низкий поклон. Один прямой вопрос. Мы надеемся, что через некоторое время вы дадите ответ. Компания Expo Systems предоставит в следующем году площадку компании Barbaro. Вот единственный вопрос. Ну вот сейчас приму душ, пойду разговаривать.